Современные люди в среднем на 10 сантиметров выше, чем люди 150 лет назад. Лучшая медицина и питание на ранних этапах жизни позволяют нам эффективнее использовать программу, заложенную в генах. Программу, которая определяет, насколько большим человек может вырасти в оптимальной среде. В отношении роста эта программа редко достигает 2 метра 28 сантиметров. Но люди с эндокринными расстройствами, например, опухоль рядом с гипофизом в мозге, могут расти быстрее и дольше во времени. Например, самый высокий человек на планете Леонид Стадник из Украины, его рост 253 сантиметра. Самый высокий, согласно книге рекордов Гиннесса, это Султан Кюсейн. Его рост 251 сантиметр. Но самым высоким из зарегистрированных когда-либо людей был Роберт Вудлоу. На момент смерти в возрасте 22 лет его рост был 272 сантиметра. А каков же биологический максимум? Насколько большим ты можешь стать? Дело в том, что средний рост человека сегодня практически достиг предела. Манипулируя отдельными генами, мы, возможно, сможем добавить около 6 сантиметров к этим показателям. Но дальше мы упремся в потолок. Чтобы постоянно производить людей выше 2 метра 44 сантиметра, людям, возможно, придется принять другую форму, нечеловеческую. Когда форма растет, например, в высоту, объем увеличится в большей степени. Например, если кубик увеличить в 10 раз, он станет в 10 раз выше, но его площадь поверхности увеличится в 100 раз, а объем увеличится в 1000 раз. Вес зависит от объема. У этого куба площадь поверхности стала в 100 раз больше, а масса, которую ему нужно поддерживать, в 1000 раз больше. То есть, если бы человек увеличился в 10 раз, сохранив свои пропорции, его объем увеличился бы в 1000 раз, и тебе понадобился бы другой скелет или очень толстые кости. Даже если удалось бы решить проблемы с костями и силой мышц, все равно осталась бы куча проблем. Например, сердце не смогло бы биться достаточно быстро, чтобы перегонять кровь по огромному телу. Друзья, если вам понравился такой формат видео, пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, ставьте палец вверх. Спасибо, что смотрите.